Доброе утро! Встречаем нашу гостью. Это Мария Белоглазова, мастер по скраббукингу. И сегодня мы будем учиться и творить, и делать красоту. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Доброе утро. Мария, расскажите немножечко, что такое скраббукинг. Для тех, кто не знает, конечно, мы видим эту красоту, которая сейчас у нас появилась на нашей стоечке. Но кто-то, может быть, не в курсе, что это такая за техника. Ну, скраббукинг изначально – это техника создания фотоальбомов для того, чтобы украсить свои фотографии, фотоснимки и показать их будущему поколению. Ну, можно сказать, вот, кто служил в армии, дембельские альбомы – это вот прекрасная, так сказать, альтернатива скраббукингу. То есть, в принципе, в армии тоже занимаются скраббукингом в конце службы. Да, можно сказать, да. Познавательная страничка. Так, хорошо. А что самое важное в этой технике, отличительное? Чем она отличается от всех остальных? Что там есть такое? Ну, это, во-первых, ручная работа. Ну, много же разновидностей, в принципе, в скраббукинге и техник, и стилей разных. Поэтому я думаю, что тем, кто заинтересуется данной техникой, тому очень это понравится. Вы сколько лет назад уже этим занимаетесь? И с чего началась ваша такая большая любовь? Моя любовь началась лет, наверное, 6 назад, когда я была в декрете с первым ребенком. Но началось у нас другой немножечко техники квиллинг. Но так как скраббукинг раньше не был так сильно развит, вот сейчас полностью и захватил меня 1,5 года назад. Вот так примерно. Хорошо. Какая у вас была ли какая-то самая большая, не знаю, такая значимая работа? Что вы такое делали, декорировали? Может быть, это очень долго или какая-то большая именно по объему была? Было две больших работы, объемных. Это было два больших, просто огромных фотоальбома на год ребенку и большой свадебный альбом. 30 на 30, но они большие были в коробках. Красиво. У нас, кстати, тоже есть вот такой вот альбом, да? Это ваш личный? Это мой, да. Да, вы не пожалели, принесли сегодня нам на эфир, и что в нем примечательно, что вот он может, оп, да? Это шейкер. Шейкер. Да, и, во-первых, он очень красивый и сохраняет все ваши фотографии, да, надолго. Вот такой вот необычный, такой, мне кажется, ни в одном магазине точно не найдешь. Сделан с любовью ручной работы. Хорошо, я смотрю, что у нас есть еще панно, да? Да, панно, да. Вообще, расскажите, что можно украшать скраббукингом? Все, что угодно. Вот все, что придет в голову, все можно украсить. В принципе, вот это сделано именно из пяльцев. То есть натянута ткань и украшена в технике скраббукинг. Здорово. Также можно сделать открытки, да? Я знаю, что сейчас такой интерес к открыткам, наверное, немножечко поутих, хотя раньше с каждым подарком дарили открытки, но сейчас это полноценный, может быть, да, подарок. Ну вот раньше, может быть, это поутихло немножечко, сейчас наоборот берут открытки, берут большие открытки, особенно свадебные, и заказывают как полноценный подарок. То есть можно сделать кармашек, денежку тоже дарят, поэтому, в общем, открытки тоже идут в ход. Хорошо, у нас совсем скоро будут тоже много праздников, и 14 февраля, 23, 8 марта. Давайте сейчас мы научим наших зрителей, и Николая в том числе. Николай, скраббукингом когда-нибудь занимался? Конечно, на трудах, когда маленький был еще. Выпиливать с первого по четвертый класс. Табуретку это не то. Нет, с первого по четвертый класс все занимаются одним и тем же примерно. То есть это... Аппликации, да? Аппликации, да, пластилин, краски, нитки, все такие штуки, это пробовал? Это такой скраббукинг 90-х. Конечно, конечно. Можно так сказать. Давай прямо сейчас начнем. Что нам потребуется для этого, Мария? Давайте, рассказывайте. Ну вот я принесла заготовочку для открытки, которая бегуется, да, вот она здесь у нас. Вот. Потом заранее сделана заготовочка для самой открытки, которая помещена на вспененный скотч. И небольшой декор, который мы украсим потом уже окончательно нашу открыточку. То есть, по сути, что это нужно? Заготовка для открытки. Такая вот картонная, да? Какой-то красивый такой трафарет. Они, кстати, продаются или их можно изготовить? Как? Ну вот, их я готовлю. То есть, для этого специальный ножик, специальная машинка для вырубки. И оно прорубает вот такие изделия. Вот, хорошо. Использую частенько ее. Что необходимо сделать теперь? Итак, смотрим, как она будет открываться. То есть она у нас открывается в таком варианте, да? Значит, должны, да, вот мы должны так ее наклеить, но перед этим снять со вспененного скотча липкую вот эту
бумажку. Мне кажется, вы очень легкую задачу Николаю. Подожди, да? Ты просто не знаешь, насколько я талантлив. Достаточно просто, если все уже сделать заготовочки. Я сейчас... Но это тоже непросто. Да. Потом уже, когда начинаешь приклеивать, нужно же понять разницу, ведь она не вплотную идет. Тут идет промежуточек, и здесь промежуточек. Нужно приклеить ровно, посмотрим, насколько это получится. Так, расскажите, Мария, когда вы занимаетесь крабукингом, вот у вас какие чувства, эмоции, может быть, вас это успокаивает? Это успокаивает в первую очередь. Да, это отвлекает от основной работы. Вот они успокаивают, да? Вот, это успокаивает основной работы, отвлекает. Ну, не знаю, это приносит очень большое удовольствие. Поверьте. Когда вы преподносите подарок, да, наверняка видели реакцию. Как в основном реагирует? Может быть, была какая-то самая необычная? Ну, самая необычная, даже не знаю. Ну, все любят, пусть даже это не так, как сказать, входит в моду, вот сейчас, допустим, это входит в моду, раньше это не так входило, сейчас больше восторг вызывает именно ручная работа, нежели те открытки, которые продаются. Да, конечно, да. Раньше говорили о том, лучше я куплю открытку в магазине за 20 рублей, нежели я потрачу одну сумму на открытку ручной работы. Сейчас на это внимание никто не обращает. Лучше подарить в красивую, специально для тебя в эксклюзивном виде оформленную открыточку. Да, еще и важно, что это эксклюзив. Николай, скоро ли у нас появится эксклюзив в этой студии? Так, с этим мальчик справился. Да, сейчас. Продолжаем. Что дальше? Сейчас главное не перепутать верх и низ. Вот так, и осторожно, осторожно, аккуратно должны наклеить. У тебя сейчас должен глазомер сработать. Все аккуратно. В этом плане отвратительный глазомер, если что. Сейчас мы проверим. Я смотрю нормально все. Вы очень... Того человека, прям, который... Все хорошо. Но почти, 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 почти. К вам, Мария, знаю, что приходят еще на какие-то мастер-классы детки от скольки лет? Детки от 5 лет. В основном 5-6-7 лет вот такие. Но на побольше работы, кроме открыток, это приходят дети уже старше, 11 и далее. Хорошо. Детки от 11 и далее, да. Это еще не закончено. Да. Еще не все. Да, еще не все. Что дальше? Возьмите вот светлые розовые. Вот светлые розовые. Угу. Да, и давайте вот сюда задекорируем и здесь. А на серединку снежинки сделаем? Захочет. И куда? Если захочет. Если захочет, да, вот сюда. Приклеивается. Что, нравится тебе? Получается? Вообще. Это варенье. Что еще? Еще что-то можно взять? Ну, хочется, можно. Да, конечно. Не хватает же, не хватает же. Вот здесь, естественно. Это же вот. Я бы вот в серединку снежинки, это же было бы красиво. Это твоя открытка будет такой. У меня будет вот такая открытка. Вот такая вот открытка? Да, смотри, сейчас еще, оп, и вот. И вот сюда. Равнобедренный треугольник у меня здесь получился. Ну, не равнобедренный, фиксный. Надеюсь, главное, девушка твоя оценит геометрию вот эту в этой открытке. Конечно, конечно. Это же... Так, ну что, получилось ли, Мария? Да, я думаю, очень красиво получилось. Да, ну вот с этой-то, конечно, не сравнить. Ну, у меня этого не было, да. Это разные стили. Это стиль такой, как касс. Примитивизм, я бы сказала. Clean and Simple в Америке очень распространен. Чисто и просто называется. А это уже микс-медийная техника. Тут очень много задействовано других стилей и техник. Просто тяжело было с помощью одной бумаги этих штучек сделать вот такую вещь. Это даже не в моих руках уже дело. Но это легче, чем саму делать, бывает, я скажу. Да, ну хорошо. Ну что, друзья, осталось только подписать нам открытку. И такой вариант на 14 февраля, на день рождения, на 8 марта готов. Да? Можно просто... Сегодня, например, понедельник, тяжелый день, да, для многих. А вот с утра взяли, подарили открыточку своей милой. И все вместо айфона. Заиграл яркими и красками. И не обидится. Типа своими руками все сделал. Мария, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то утреннее, может быть, пожелание для наших всех телезрителей? Вот чего бы вы сами хотели утром пожелать всем-всем для хорошего дня? Ну, я, наверное, пожелала бы здоровья крепкого, удачи в жизни и в начале дня грядущего. А там уже все наладится. Да, друзья, занимайтесь творчеством, дарите подарки красивые, с собственными руками изготовленные. С нами это утро встречала Мария Белоглазова, мастер по скраббукингу. Доброе утро, просыпайтесь. Доброе утро.